dvhub.ru. Что такое железная дорога? Обыватели скажут, что это романтика. Когда сидишь в поезде, смотришь в окно, читаешь роман. Когда в стакане, под стаканником бренчит ложечка, и ты наслаждаешься поездкой. Но мы же, дорожники, знаем, что это не романтика. Это тяжелый и ответственный труд. И в любую погоду, в любое время года мы обязаны выполнять свою задачу по перевозке грузов и пассажиров. И я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю здоровья, семейного благополучия, всего-всего самого хорошего. И чтобы, когда мы достигали своей цели, нам всегда светил зеленый светофор. С праздником! dvhub.ru